Современные солнечные батареи могут обеспечить электричеством целый дом. Во-первых, это экономически выгодно. Во-вторых, мы получаем экологически чистую электроэнергию и тепло. В последнее время заметен рост производителей и потребителей альтернативной энергетики. Примеры из Андижанской области. Повышается потребность в электроэнергии в Андижанской области, где в частности в росте производства и другие направления предпринимательства. И в этом процессе важное значение приобретает все больше широкое использование возобновляемых источников энергии. На сегодняшний день в регионе на 1100 объектах установлены солнечные фотоэлектростанции и 413 солнечные водонагревательные приборы, за счет которых в год экономится 3,5 миллиона киловатт-часов электроэнергии. Примером тому и созданы новые предприятия в Бустанском районе. Здесь установлены 344 панели на 180 киловатт, которые будут покрывать половину потребности предприятия в данном ресурсе. Стоимость установленных турецких панелей составляет 1 миллиард 800 миллионов сумов. Данный проект окупается за 3 года. Также еще одно преимущество данной станции в том, что мы можем не только покрывать свои потребности в данном ресурсе, но и реализовывать ее излишки. С вводом в эксплуатацию данного предприятия в ноябре месяца текущего года постоянные источники дохода приобретут 1000 представителей местного населения, а годовая производственная мощность будет равна 1 миллиарду 80 тысяч готовой трикотажной продукции, 90% из которой будут отгружаться в зарубежные страны. В целях создания наиболее благоприятных условий для персонала заведены электробусы. Планируем установить зарядные станции для заправки наших электробусов, что также будет служить экономии финансовых средств. В текущем году удобные, экономичные и, самое главное, экологически чистые солнечные панели планируется установить на более 1700 объектах и в 1000 домах населения.